Смотрите, что это? В прошлых сериях мы заблудились в лесу маньяка и, кажется, нашли там его логово. Но лучше бы мы никогда этого не делали. Ведь то, что произошло, повергнет вас в шок. Они везде здесь! Слушай, я опять слышу этот гул. Я уже просто не могу. Тут 100% кто-то... Чёрт, мне уже... То ли мне уже мерещится, то ли... Слушай, нам пора валить отсюда, просто пора валить. У меня уже нервы просто не выдерживают. Я клянусь, здесь кто-то есть. Погнали. Так, подожди, стоп. Тебе не показалось, что какой-то фонарь светил? Да. Но в любом случае уже у нас нет выбора. Просто... Да, просто, короче, смотри по сторонам. Блин! У меня чуть сердце не отпало. Господи! Я тебе клянусь, посмотри туда. Ты видишь? Белое. Что-то выглядит... Как будто я... Я подумал реально, что это человек какой-то. А ты видишь? Да. Подвешенное что-то. А что это? Господи, боже мой. Жесть. Надеюсь, это камень. Это было. Блин. Там что-то хруст. Короче, у меня сейчас от каждого хруста... Душа, блин. У меня сердце просто... Меня спасает только прибор. Знаешь, у меня появилась теория о том, что... Чё? При приближении каких-то сущностей он начинает сдавать помехи. Вот эти. Мы это уже видели, да, кстати. Нарастает. А ну-ка давай. Тихо. Я тоже слышу шум. Что за фигня? Что за треск? Черт! Там тоже кто-то есть. Тут везде, походу, кто-то есть. А! Черт! Что делать? Я не могу, Дима, бежать. Я просто не могу, нам надо выбираться из леса. 100% зарядки или 0% зарядки? Подожди. Такое чувство, что здесь просто кто-то... Тихо, я слышу какие-то шаги. Это я? Нет, стоп, действительно что-то есть. Стоп. Блин, пойдем отсюда. Это просто уже глубина какая-то. Просто пойдем, валим отсюда, да. Просто валим отсюда. Блин, ты что меня пугаешь? Кто стоит? Блин! Видишь, справа, возле перил. Ты серьезно сейчас? Да, вон, как будто прислонился кто-то. Блин, Дима, ё-моё, ты чего меня пугаешь? Я не пугаю. Там что-то есть. Но у нас нет выхода. Подожди, ты сейчас прикалываешься, серьезно? Блин, конечно, все правда. Блин. У нас нет выхода, мы должны двигаться. Давай, я пойду сзади. Слушай, давай, подожди. Нет, подожди. Давай. Блин, да там, стой. Ты говоришь, типа за деревом кто-то стоял? Вот где правая. А, стоп. Блин, слушай, нет, давай не пойдем. Слушай, давай тихонько. Блин, что ты меня как-то напугал. Еще этот жуткий звук птиц. Я просто в офиге. Жесть. Как будто там кто-то стоял. Птица какая-то. Что за звук? Что за звук? Господи, боже мой, когда я вглядываюсь в этот лес, у меня такое чувство, что сейчас отсюда просто кто-то то ли выпрыгнет, то ли я кого-то увижу. Но пока что мертвая тишина. Что это? Что за звук? Что за звук? Черт! Так, я больше не могу здесь находиться. Пожалуйста.
здесь!